Наступило лето, а значит, пора отдыха. Некоторые горожане уже заранее продумали, где проведут свой отпуск, а кто-то только раздумывает о том, куда поехать. Найти правильное решение и определиться с местом летнего отдыха помогут специалисты туристической компании 78-й регион Travel. Свою деятельность на рынке товаров и услуг компания 78-й регион Travel начала с 2006 года. Основные виды деятельности – это организация и проведение экскурсионных и паломнических туров по России и странам СНГ, а также автобусных туров на Черноморское побережье. Кроме того, компания организует для клиентов поездки и за границу. Надежность, стабильность и гибкая система скидок – главные преимущества в работе компании 78-й регион Travel. Ежегодно мы занимаемся организацией туров на море, таких излюбленных курортов, как Анапа, Геленджик, Кабардинка, Джугба, Адлер, Сочи, Крым, Абхазия. Первые туристы от нашей компании уже отправились на отдых. Геленджик встретил их прекрасной солнечной погодой и теплым ласковым морем, температура которого сейчас составляет 25 градусов. Так что сезон открыт, приходите к нам, и мы организуем ваш отдых, который останется в памяти у вас надолго. Сотрудники компании 78-й регион Travel позаботились о том, чтобы поездка к месту отдыха была максимально комфортной. Самыми популярными остаются автобусные туры, которые горожане уже смогли по достоинству оценить. Во время пути клиентам всегда предложат воду, чай или кофе. Кроме того, компания организует поездки железнодорожным и авиатранспортом. Руководство компании ценит своих клиентов и всегда радует их приятными предложениями и сюрпризами. Наша компания в этом году в гостиницах эконом-класса курорта Кабардинка помимо питания в стоимость включила одну экскурсионную программу, которая является подарком от нашей компании. И это не единственный сюрприз. Призовой фонд в этом году составляет 200 тысяч рублей, который включает в себя путевку в Доминиканскую республику, курорт Краснодарский край, Кабардинка это, а также ценные призы, такие как телевизор, телефон, микроволновка, мультиварка, стиральная машинка и другие ценные призы. В общем, наши клиенты без подарка не останутся. Розыгрыш пройдет 7 ноября. Участником лотереи автоматически становится каждый, кто обращался в компанию 78-й регион Travel за организацией тура. Среди номеров туристических путевок клиентов и будут разыграны ценные призы. Отдыхать с компанией 78-й регион Travel удобно, выгодно и приятно. Офис компании расположен по адресу улица 8 марта, 1Б, торговый дом «Фаворит», 3-й этаж. Ирина Птуха, Алексей Шиповалов, новости ТВ «Рассказово».